everything that brought me alive. Though we're all like monsters playing with the monsters, they brought me alive, but got no alibi. Самого главного подарка на ДР. Всем интересно. Папе тоже. Угу, попробую отодрать, называется. И помощница пришла. Ура! Большой, красивый. Да? Тоненький. Класс. И мне можно такое? Всем доброго утра. У меня завтрак. Появилась у меня вот такая вот прекрасная желтая позитивная кружечка. Большая такая, знаете, объем хороший. Прям не нарадуюсь. Кайфую просто. И у меня сегодня вот такой вот завтрак. Нужно себя баловать иногда. Вот, так что всем приятного аппетита, доброго утра и начинайте день с удовольствием. Уже день, мы немножко отоспались после вчерашней экскурсии московской. Пятерочка привезла нам продукты, потому что другие магазины, супермаркеты уже доставку на сегодня не имели, так как выходной, видимо, уже все разобрали. Поэтому сейчас продукты разберем. Еще Хофф привез. Я все-таки купила эту картину. Я, правда, еще не придумала, куда я ее повешу, но обязательно повешу. Зеркало вот такое. Тут стул. Сейчас папа это все соберет. И столик. Вот именно столик. Саша сказала, ей обязательно нужно, чтобы учиться работать. Ну, одним словом, процесс учебный, чтобы был правильный. Так как у нас только кухонный, то решили такой мини-формат заказать в Хоффе. Поэтому, я думаю, сегодня соберем и посмотрим, что из этого получится. Вот, ну а пока продукты. Пакеты завязали надежно. Что-то не откроешь, что-то откроешь. Так, у нас тут как раз закупка на 3100 рублей. Ну, 160, возможно, там. Так, позаклеивали все. Так, у нас 4 пакета всего получается, да? Я пока себя не показываю, потому что мы еще не пришли в чувство. А кушать-то хочется. Мальчики пока без нас были. Скромно впитались. Вообще. Так, это уже вот так. Оп, и все. Так, начнем с первого. Здесь у нас молоко, 1,5-литровое, 1,5. Еще молоко, поменьше формата, Вкуснотеево. Курага, абрикос, Саша просила. Саша купили. Так, яйца С2 взяли вот такие маленькие. И С0. Хороший, красненький. Дальше у нас... А что он один? Яблоко, груша. Что-то он не очень хороший формат. Да, вот видишь, продавленный. Поэтому в пакетик положили. По-моему, яблоко, грушу я не заказывала. Заказывала персик. Клубника. Злаки. Это... Персик, это малина и жимолость, творожки и йогурты, сыр натертый и сыр нарезанный. Так, с одним пакетом разобрались, еще один. Мамины маффины любимые. А что это с ним? Смотри,
Что его пока несли, он уже это, ковырнулся или что? Что это за кусочки? Что-то как-то Пятерочка расстраивает. Хотя это Сбермаркет, Купер по нынешнему, да? Вот. Вот они изменения, собственно говоря. Пончики. Пончики. И еще пончики. Ну, пончики, конечно, в идеале самому покупать, чтобы они добрались в идеале. Сметана. Не пробовала вот эту лебедянь. Поэтому попробуем. Ну, звездочек было много, хорошие. Так что, так, и тут еще к тебе. Вот это заказывала точно. Помню. Прошло буквально чуть больше часа, я уже не помню, что я там заказывала. Да, так, Квили-мили. Картинка была другое масло. Ну, вот такое масло. Вот, тут у нас курочка, бедро с кожей охлажденное. Чего не знаю. Так, и тут у нас филе. Приосколье. Филе грудки, охлажденное. Так что бедра у нас пойдут на бульон, скорее всего. А это что-то будем готовить. Третий пакет. Ну, как-то такое сборка не совсем логичная. Матка. Вот такие экстра быстренько, чтобы сварить. Так, тут у нас алиски. Пару пакетиков. Вкусняшек. Хлеб. Бородино. Должно быть 2. Такой хлеб. Паштет. Очень вкусный, мне понравился. Тут у нас лук. Там чуть меньше килограмма получилось. Свекла отварная. Саша просила. Купили Сашуля. Так, тут у нас картофель. Около 2 килограмм. Грязненький, но мы сами помоем. Вот, тут я его в пакете оставлю. И последний пакет остался. О, еще хлебушек черный Бородино. Я его больше всех обожаю. Вот здесь у нас свинина. Это по типу как грудинки, да? Папа может, деликатесная, не знаю. Это так, знаете, папина перекус. Еще вот такой батон молочный. Неужели молочный я заказывала? Слушайте, надо перепроверить, потому что как-то не до конца все понятно. Спагетти Макфа. Захотелось спагетти с грибочками. Грибочки, ничего, хорошие такие. Сметана, грибочки. Как вы понимаете, курочка. Все идеально будет. Помидорки. Ух, помидорки хорошие. Прям такие. Ух, класс. Одним словом, помидоры классные. Нужно немножечко, чтобы они докраснели, дозрели. Вот. Тут у нас еще грудка индейки. Дальше у нас яблочки сезонные. Ну, на вид тоже приятненькие. И морковка. Вот и вся у нас закупочка. Все, молодцы. Теперь это разбираем. Еще в Хофе я заказала вот такие контейнеры. Это по типу икеевских. Когда-то я покупала, у меня такие голубенькие есть. Очень такие прочные, хорошие. Тут 5 штучек как раз вот. Отлично, поэтому я взяла их в Хофе. Как говорится, лишними они точно никогда не будут. Особенно, когда в квартире не все еще предусмотрено, то контейнеры — это отлично. Распаковала. Плотненькие такие, знаете, очень. Ну, классные, одним словом. Такие хорошо закрываются, надежно. Можно и в микроволновку, можно и в посудомойку. Одним словом, можно и в заморозку. Классно. И цена приятная, всего лишь 200 рублей. Вообще, 5 контейнеров за 200 рублей. Отлично. Все, 15 минут. И папа собрал вот такое рабочее местечко. Вот такой стул белый, пластиковый. Ну, самый, мне кажется, такой ходовой. Не требующий особого ухода. Я надеюсь, он прослужит максимально долго. И вот такой небольшой стол. Я думаю, для студентки вообще отлично. Конечно, тут нет ящиков каких-то там, да, полочек, вот куда это все можно разнообразие разложить. Ну, пока обойдемся вот так, а там посмотрим, что еще сюда можно добавить. Это в любом случае временный вариант, потому что мы еще не до конца придумали, как мы обустраивать будем детскую. Вот там стол, кровати, тумбочки, всякие такие дела. Поэтому такой взяли простой вариант. Ну, чтобы его потом куда-то приспособить максимально просто. А так стол максимально простой, белый. Тут у нас штучки всякие валяются.
Вот, так что Саша будет осваивать. Ну, в принципе, мы все тоже. Если что, потом Димасу можно как раз вот для первоклассника, мне кажется, нормальный такой размер. Не супер большой, но вообще, если, конечно, для всех деток, то это очень маленький вариант. И поэтому мы продумаем, как это сделать так, чтобы все помещались все время. Классно? Будешь учиться, Дим? Нет, не будешь? Вещи тебе нужны? 10 лет. Только в 10 лет будешь учиться? Да. А в первый класс идут в 7 лет. Ты пойдешь? Попробуй, тебе подходит стол так? А ну, руки положи на стол. Будешь писать в тетрадках, да? Да. Да? Книжки будешь читать здесь? Нормально? У меня небольшой процесс готовки. Тут обжариваю грибы с луком. Ну, чуть-чуть зажариваю, потому что лук позже положила, а муж у меня не любит, когда лук такой полусырой. Здесь у нас вот гречка сварилась и горячие тефтельки, вот такие куриные. Это просто без ничего, просто они немножко протушатся. И вот несколько, тут у нас 6 штучек, я хочу сделать в таком грибном соусе. Сейчас я чуть-чуть еще дообжарю. Стою, чтобы не подгорело, не дай бог, потому что сегодня утром яичницу жарила, не успела за колбасой присмотреть, она так хорошенечко прям загорела на сковородке, поэтому не хочется такого. Вот, и вот прям сюда сейчас помещу, оно немножко подружится с грибным вкусом, и добавлю сметану и сыр, и будут такие тефтельки в грибном сливочном соусе. Мне кажется, должно быть очень-очень вкусно. Я раньше так любила, именно у нас когда-то в джазе кафешка была, и там именно были печеночные оладьи, по-моему, в грибном соусе, в таком вот тоже молочном, очень-очень вкусные, прям я обожала. И сатей с баклажаном, я там обожала, это вот то, ради чего прям хотелось туда идти и прям хотелось кушать это. Вот, ну теперь пытаюсь дома это все повторить, осуществить вот такие тефтельки. Сейчас еще сметанки добавлю, как раз, чтобы не сильно жарила, вот, чтобы она немножечко притушилась, и сырком засыплю, вообще будет просто-просто шикарно. Это у меня из набора кастрюлька, эту я одну единственную из дома привозила, когда еще не было вот таких, ну, купленных новых сюда. Поэтому у меня вот такие вот разные кастрюли. Ну, это всего лишь одна такая. Вот так у меня все выходит. Сейчас крышкой накрою, но немножечко потомится вот так вот. Потом сырком и все. Много не стала делать, знаете, а вдруг что-то не сложится. Ну, у меня вообще муж то хочет так, то не хочет, то хочет просто. Поэтому Саша точно так не будет. Может быть, Маруся. Ну, Димас, не знаю. Поэтому, знаете, все такие немножечко вредные в еде. Поэтому приходится изощряться. Тут моновариант, тут немножечко в дуэте. У нас уже на полную подготовка к школе. Ну, лучше раньше, чем позже. Маруся, показывай, что мы тебе тут сегодня определили приятного. Обложки. Такие милые обложечки с котиками. Было их всего 4. 4 мы забрали. Тренд сезона. Или уходящий тренд сезона, да? Гуси. Гуси везде, во всем. Постельная, одежда. Не буду дальше углубляться, но одним словом, гуси, гуси, гуси. Вот такие вот комплект, наверное, да, предметных тетрадей. Минималистичный максимально, без всяких рисуночков. Очень приятно, тактильно, очень-очень приятные. Ну, одним словом, вот такие, знаете, разноцветные на разные предметы. Единственное, мы не брали русский язык, алгебру и геометрию. Для этого мы взяли вот такие тетради. Ну, потому что рабочих должно быть две. И как бы брать 48. По себе знаю, что очень тяжело таскать тетради, когда у каждого ученика, ну, такие плотные тетради. Вот. И поэтому взяли вот такие 24 листа, так как у нас уже Маруся 9 класс. Поэтому 18 уже, наверное, ну, как, можно 18, но 24, я думаю, на дольше хватит. Ну и, конечно же, снова-таки, куда же без гусей. Причем вот так вот тетрадочка одна, вот такая с трендом, стоила 95 рублей, представляете? Ну и так как здесь тоже гусь, капибары, конечно, тоже, наверное, в тренде, да? Тоже, наверное, в уходящем тренде. Но тоже клеточку взяли. И, как вы понимаете, без гусей никак дневник нельзя было купить, поэтому у нас вот такой вот гусь. Моя тяга к знаниям. Маша говорит, это, конечно, не совсем про нее, но будем надеяться, что оно
все будет в таких реалиях. Я, правда, не знаю, возможно, нам дневник будут выдавать, именно, знаете, всем одинаковый, но на всякий случай все-таки вот такой взяли. 175 рублей, вот такой стол. Ну, твердая обложка, приятно. Цвет серый, мой любимый. Вот, ну и пару вот таких вот ромашечек взяли. Тоже так, знаете, радует глаз. Это все в клеточку, ну, это там геометрия, алгебра, потому что все равно писать много, уже старшие классы. Транспортир, я, правда, не знаю, зачем он ей. Мне кажется, дома у нас такого добра достаточно. Ну и я вот не очень понимаю вот эти корректирующие ленты. Мне кажется, корректор в стике не в баночке в такой, да, а как бы в ручке намного понятнее. Но захотелось молодежи именно вот так. Тут у нас еще осталось пару ручек, но это мы так взяли, знаете, просто взяли. И завершающий этап — это вот такой вот Беракоша голубенький. Ну, такой брелочек, может быть, там на портфель, может быть, на ключи еще куда-нибудь. Вот, так что у нас уже back to school. Скоро все начнется. Ну, правда, еще запас времени есть. Возможно, еще что-то присмотрим, но сам факт того, что мы уже наготове. Сквозняк пакет унесло прям вообще в другую комнату, представляете? Не успела включиться, чтобы показать, как он убегал от нас. Одним словом, без пакета. Сейчас защитники животных нас просто убьют, скажи, да? Ты, мартышка, пакетик, конечно же, он прям убежал туда за тобой, убежал. Да. А мы купили когтеточка, ну, Марусь, принеси. Такую круглую в виде полена. Ну, что-то как-то, знаете, вот когда большие я покупала, там были, ну, вот эти пакетики с мятой для кошек, там, или как это называется. И вот обычно просто с ума кошки сходят от этого. А здесь вот просто пришло вот такое вот полено березовое. Вот, ну, в принципе, Алиска одобрила тоже. Для того, чтобы когти дереть. Но она вот больше ей что-то нравится. Видимо, туда эта трава засыпана сразу, чтобы вот она прям полюбила. Не в том направлении. Но когти тоже дерет. Вот, потому что, чтобы стулья были целые, кровати и так далее. Потому что она мой спортивный коврик начала дереть. И мне так прям, я напряглась. Я говорю, не-не-не, я тебе закажу такое, то, что нужно специально для вас. Да, Алис? Алиса? Еще она плохо отзывается, но уже отзывается. Вкусненько тебе там, да? О, кусючка. Это, походу, не только когтеточка, еще и сразу и зуботочка. Да, Алиса? Ну, прям очень вкусная полена. Бревно или как там, полено, да? Идем и читаем на домах, висят вот такие таблички по поводу энергоэффективности. Вот у нас на доме А, тут Б, есть А+, есть А2+. Слушайте, мы не знали, что такое бывает. Здесь получается высокий класс энергетической эффективности. У нас вообще прям супер, если А. Ну, я так почитала, вроде как А2+, это вообще идеально. Ну, Б, ничего, тоже нормально. Вот напишите, вы знали, что такое есть? Интересовались? Или, может быть, вы в курсе? Напишите, будет очень интересно, какой у вас дом. Как бы выбирали вы, например, если покупали дом по такому принципу или нет. Одним словом, мы уже после, только сейчас вот увидели, узнали. Ну, во всяком случае, у нас не хуже и не лучше. У нас такой середнячок, золотая середина. Вот, но это тоже радостно. Вот, так что... Тут все еще облагоустраивается. Ну, что-то сделано, что-то еще нет. А вот здесь на доме, ну, конечно, вам не видно будет, потому что далековато. А2+. То есть вот этот дом эффективно сохраняет тепло, я так понимаю. Вот, ну, на каждом доме, кстати, разное, хотя застройщик один. Как-то вот это вот непонятно. Строит один, а энергоэффективность у всех разная. Почему так странно? И подошли, ну тут у нас маленький торговый центр есть, мы за хлебушком, за водой, за молоком. И тут тоже высокий, вот тут буква А, хотя это не жилое здание, но вот А, где-то Б, где-то, ну С, кстати, не видела я еще. А, А+, Б+, кстати, видела, вот, поэтому
Кто знает, напишите, как это у одного застройщика разный класс энергоэффективности, от чего это зависит. У нас тут идея фикс, мы решили обойти, ну не все, но много домов, посмотреть, какие у них буквы по энергосбережению. Вот нашли C+, вот там B, вот, так что тут уже прям коллекцию собрали, интересно, вообще так очень интересно. Зашли немножко в другую сторону. На этих домах вообще не написано энергоэффективность, никаких букв не обозначено. Тут еще дома вот строятся. Такие вот они интересные, видите, высокий, маленький. Только подъезды почему-то не слева направо, а справа налево. Странно как-то. Тут есть дома с закрытой территорией. Тут уже как раз солнышко заходит. Красота такая. Дома такие другие, немножко другие, интересные. Тут решили район весь обойти, да? Димас, правда, ходить не очень, горит желанием, но нужно перед сном выгуливаться, правильно? Ой, домой хочет. Тоже тут все зелено. Все так хорошо. Купи, купи. Дима себе прикупил мороженое. И что там у тебя? Подушечки с клубникой, да? Ой, понятно. Вкусняшек набрал себе, да? Да. Мы зашли в магнит. Лавровый лист купила, а вот карри курицы нет, не купили. Прям проблема со специями. Ну, какие-то там взяла немножечко. Для курицы еще что-то там, вкусняшку себе, авокадо. Ну и мороженку тоже с папой, да, папа? А через есть огонь! Вот такое мы мороженое взяли. Максидо. Класс. Тушите огонь. И тут у нас как раз закатное солнышко. Такая красота. Вообще класс. Можно кайфовать. Прям у тебя фрукты. Смотри, как, да? Ух, какая вкуснятина. У тебя прям, смотрю, вкусняшка. Прям натурель, да? Все, прям ягоды прилипли к шоколаду, да? Угу. Вкусно? Очень. Тут нашли такой уютный дворик, прям прикольно. Даже аисты есть. Правда, это всего лишь фигурка, но приятно, красота. Гортензии как разрослись. Немножко розочек есть. Но гортензии прям вообще красота. Это мы как раз сейчас на садик выйдем. Тут дома немножко другие. И дворы. Не такие, конечно, как у нас. Но зато тут вон такая песочница, прям огороженная для деток и крытая, что самое интересное. То есть в жару не будет жарко, когда солнце прям вот палит хорошо. Продумано. Это здорово. Детворы много очень.